эфире телеканала «Видное ТВ» новости Ленинского городского округа. В студии Максим Козлов. Здравствуйте. И в начале выпуска коротко об основных событиях. Глава Ленинского городского округа Алексей Спасский провел расширенное оперативное совещание. От нас все дорожники соберемся, и Картинский отдел тоже сразу после оперативки. В Видновском художественно-техническом лицее провели учебную противопожарную эвакуацию. Мы должны выйти в указанное время по ближайшему выходу, чтобы избежать дальнейшего перемещения по школе. Все три парка города Видное в будущем должны преобразиться. Сейчас начались работы по созданию их концепции развития. Прежде чем выделили деньги, прежде чем определился подрядчик, мы встречаемся с жителями, чтобы, когда уже подрядчик придет, у нас есть уже хоть какое-то мнение, то, что хотят жители. Несмотря на ряд ограничений, связанных с пандемией коронавирусной инфекции, день города Видное должен пройти на высоком уровне. Об этом заявил глава Ленинского городского округа Алексей Спасский на ежемесячном расширенном оперативном совещании. Оно прошло в зале Центра культуры и досуга. В ходе совещания о текущей работе докладывали представители различных служб и учреждений городского округа. Особое внимание было обращено на дорожно-транспортную обстановку. В связи с началом учебного года участились случаи ДТП с участием детей. В каждой школе есть закрепленные либо педагоги, либо на уровне там завучи, могу чуть ошибаться, те, которые отвечают за работу по безопасности дорожного движения. То есть нам сейчас ГИБДД, как минимум, нужно посовещаться и выработать либо совместные какие-то мероприятия. Как начало года наступило, работа, видно, дети позабыли, скажем так, подзабыли, ее нужно обновить и не допускать такого рода происшествий. Начальник 2-го пожарно-спасательного отряда Федеральной противопожарной службы доложил о горении мусора на территории села Беседы. Несмотря на предпринимаемые пожарными меры, горение продолжается. Работа наша осложняется тем, что у нас нет тяжелой техники. Вот хорошо, с субботы начали уже работать, большое спасибо и Дорсервису, и ПТО ГХ. Но, тем не менее, без гусеничного трактора мы не сможем победить эту ситуацию. После окончания совещания тогда, во-первых, Александр Сергеевич и все причастные к этому, вы не молчите тоже, потому что сначала-то первые 2-3 дня докладывалось в таком, что в лайтовом режиме сейчас прольют, да, все будет нормально. У меня в кабинете тогда всех причастных Гравин, Гаврилов, то есть от вас все, кто нужен, и Дорсервис, от нас все дорожники соберемся, и Картинский отдел тоже сразу после оперативки. Андрей Асеев, главный инженер Видновского ПТО ГХ, который отвечает в том числе и за отопление жилых домов, отчитался о проделанной работе. Подготовка к осенне-зимнему периоду на текущий момент на 100% у нас завершена. Сети ЦТП и котельные полностью готовы. В настоящий момент проводим пробные топки. Главный врач Видновской районной клинической больницы Бутай Бутаев рассказал о начале перехода медицинского учреждения, которое лечило больных COVID-19, на обычный режим работы. По его словам, этот процесс займет не более 10 дней. У нас последний день сегодня. Мы закрываемся и выписываем оставшихся пациентов, либо переводим оставшихся человек. И затем будем размываться, то есть будет обработка, будут взяты все мазки, смывы, и по получению отрицательных результатов тогда уже восстановим работу стационара. По окончании оперативного совещания Алексей Спасский призвал все службы тщательно подготовить Видное к празднованию Дня города. Это праздник для людей, праздник не для нас. И, в общем-то, все наши службы, дорожники, Дорсервис, ПТО в своей части, управляющая компания, надо, чтобы все блестело до невозможности или даже лучше. К другим новостям. В Видновском художественно-техническом лицее провели учебную противопожарную эвакуацию. Организуют такие профилактические мероприятия сотрудники отдела надзорной деятельности Главного управления МЧС России по Московской области. В тренировке принимала участие и наша съемочная группа. В Видновском художественно-техническом лицее прошла учебная противопожарная тренировка. Проводить такие мероприятия в школе очень важно, потому что только таким образом можно проверить, готовы ли ее учащиеся к быстрой и безопасной эвакуации. В первые дни нового учебного года во всех образовательных учреждениях Московской области проводятся дни пожарной безопасности. Плановая учебная эвакуация позволяет школьникам и преподавателям на практике отработать действия при возникновении угрозы возгорания. Организуют такие профилактические мероприятия сотрудники МЧС. При проведении тренировочной эвакуации срабатывает условный
условный сигнал о пожаре, включается в образовательном учреждении, ну, соответственно, в любой иной организации, где проводится тренировочная эвакуация, включается система оповещения и управления эвакуацией людей. Вот. В дальнейшем, значит, персонал образовательного учреждения, преподавательский состав, конечно, в основном, принимает действия к эвакуации детей. По легенде, на первом этаже лицея произошло возгорание. После объявления учителям о сигнале тревоги, ребята без паники и суеты покинули здание школы. Преподаватели быстро провели перекличку и доложили о численности учащихся. Дети организованно начинают эвакуироваться в безопасную зону с соблюдением всех дистанций. В случае бывает условный пожар, значит, ну, соответственно, используя все эвакуационные выходы, через которые можно эвакуироваться, и с учетом эпидемиологической остановки сейчас в данный момент. Мы должны выйти в указанное время по ближайшему выходу, чтобы избежать дальнейшего перемещения по школе. Важно быть вместе, то есть вместе с классом никуда не отходить. Потому что учитель отвечает за нас. У нас эвакуации проводятся два и чаще раза в полтора года. Надо выяснить, как безопасно эвакуироваться и из школы, и мы каждый раз это делаем. А для третьеклассников были организованы открытые уроки по пожарной безопасности возле здания лицея. В ходе него сотрудники МЧС рассказали и показали, как устроена пожарная машина, какие инструменты, снаряжение и оборудование используют спасатели в своей работе. Есть бензоинструмент, также предназначен для разбора. Стоит отметить, что в Видновском художественно-техническом лицее обучению правилам поведения в чрезвычайных ситуациях уделяется большое внимание. Регулярно проводятся уроки и профилактические занятия. Когда приводишь статистику и показываются им фрагменты фильмов, детям становится более интересно. Им картинка нужна, вот эта вот наглядность. Поэтому эту наглядность мы им обязательно обеспечиваем. Просто проводить сухой урок – это неинтересно. Помимо учебной эвакуации, сегодня во всех классах школы были проведены уроки по пожарной безопасности. Также каждый классный руководитель получил методические рекомендации. Наталья Буслаева, Сергей Ларин, Елена Кошелева, Видное ТВ. Все три парка города Видное в будущем должны преобразиться. Сейчас начались работы по созданию их концепции развития. На общественных обсуждениях по реконструкции центрального парка города Видное побывала наша съемочная группа. Каким его хотят видеть местные жители и руководство, расскажет Юлия Погосян. Руководство парков города Видное давно говорит о том, что зоны отдыха нуждаются в реконструкции. Аттракционы устарели, территория не соответствует современным требованиям. В администрации Ленинского городского округа об этом знают. Более того, чиновники готовы выделить денежные средства на разработку концепций всех трех парков – Центрального, Тимоховского и Расторгуевского. А это не маленькая сумма. Прежде чем выделили деньги, прежде чем определился подрядчик, мы встречаемся с жителями, чтобы, когда уже подрядчик придет, у нас есть уже хоть какое-то мнение, то, что хотят жители. Проработка данной концепции в течение 2 месяцев до конечного его итога. Также параллельно у нас создается общественный совет парка, да, жители пишут заявление, чтобы вступить. Также общественный совет парка, когда уже создаться в процессе также этих формирования этих концепций, и он точно так же будет коллегиально принимать данное решение по этим концепциям. Уже на первых этапах общественных обсуждений стало ясно, что каждый из трех парков индивидуален и нуждается в особом подходе. Например, в Расторгуевском есть потребность создания спортивного городка, воркаут и скейт-площадки, активити для молодежи. В Тимоховском парке недостаточно пешеходных дорожек. Руководство парка намерено соединить его с улицей Школьной, а также провести комплексное благоустройство. Относительно Центрального парка местные жители считают, что существующие аттракционы давно пора менять. Если мы будем говорить о проекте парка, то, наверное, мы должны представить себе детьми, да, что вот мы как дети бы было интересно. Мне кажется, что детям наиболее интересны это активные лазилки, значит, ну, веревочные парки, какие-то переходы веревочные, еще что-то. То есть там, где можно подцепляться, там попробовать свои силы. Концепция разрабатывается для того, чтобы перейти к следующему этапу – разработки проекта сметной документации. Работа еще более затратная. Для одного парка порядка 19 миллионов рублей. И только после этого мы можем обращаться в Московскую область за субсидией. То есть без этой концепции мы не имеем права получить какую-либо субсидию из Московской области на
какую-то либо реконструкцию, либо просто какую-то детскую площадку из бюджета Московской области. Если процесс пойдет по графику, без сбоев в предоставлении денежных средств, то к реконструкции одного из парков приступят лишь в 2021 году. О времени завершения работ по всем трем паркам пока говорить рано. Программа долгосрочная, но необходимая. Юлия Погосян, Александр Логинов, Ольга Садовская. Видно этого. Слово «остановка» у нас ассоциируется с местом на дороге, обустроенным специальным павильоном, а также площадкой для посадки и высадки пассажиров. Но есть в нашем городе остановка, у которой не соблюдены никакие требования, предъявляемые к подобным объектам. Находится она у здания УМВД на улице Центральной. Жители бьют тревогу, это место небезопасно. Мы отправились по адресу, чтобы убедиться в данном факте. Трудно себе представить, но вот это остановка. И люди, выходя из автобуса номер 6, попадают прямо на проезжую часть. Далее я в растерянности, куда идти. Либо по проезжей части, либо вот здесь между машинами. Пойдешь сюда, можно попасть под машину. Пойдешь между машинами, можно просто покалечиться. Пенсионерка Олимпиада Павловна часто выходит на этой остановке. Самой уже 80 с хвостиком. Она еще и помогает пожилой женщине, проживающей на Лесной улице. Привозит ей продукты. Говорит, сделать так, чтобы людям было удобно и безопасно, возможно. Если одну машину нельзя убрать, и тут дорожку, просто дорожку. Не надо нам никакой этой вот крыши и всего. Просто дорожку асфальтированную, и все, и человек пойдет. Там нет... Тут можно эту дорожку проложить. Там нельзя эту, тут можно дорожку проложить. Просто оградить людей от транспорта, которые, вот видите, постоянно здесь идут. Местный житель Александр, хоть и предпочитает передвигаться на велосипеде, также считает, что условия для людей на остановке не созданы. Надо вот эти машины убирать в полицейские, ставить его на ту стоянку, которую вот там заасфальтировали. Там места много. Сейчас, когда временно стоянка для личного транспорта сотрудников полиции закрыта, все паркуются, где посчитают возможным, что еще больше создает неудобства для пассажиров автобуса номер 6, который, к слову, ездит хоть и по расписанию, но не так часто, как хотелось бы. Автобус ходит плохо. Значит, вот он ушел в 11 оттуда, он уже там никого не берет, потому что едет в парк. Оттуда едет в парк. Дальше автобус идет. 1:13 только. Да, возможно, этот район не столь густо населен, но здесь как раз живут в основном люди старшего поколения. Добраться в центральную часть Видного пешком, как молодым, им непросто. Также сюда приезжают пациенты и посетители 24-й психиатрической больницы. Поэтому и удобная остановка с тропинкой, и удобное расписание автобуса номер 6 всем им крайне необходимы. Татьяна Брылова, Александр Логинов, Елена Кошелева. Видное ТВ. Это все новости на сегодня. С вами был Максим Козлов. До встречи.